коллеги по линии атаки, что уже сообразился Какау и открыл счет. Казалось, что немцы разобьют успех, однако не тут-то было. Второй тайм Штутгарт провел гораздо слабее. И у Рейнджерс была пара моментов для того, чтобы забить. Один из них они реализовали. Бугер сравнял счет. И этот результат не изменился до окончания встречи. Штутгарт потерял 2 очка, так будет, наверное, правильнее сказать. А вот Рейнджерс набрал 1 очко в нужном матче.